подспудно думает, что вот у меня эмоции такие от Лады. А представляешь, какие эмоции у меня были бы, если бы я купил Rolls-Royce. Так вот, к моменту, когда ты заработал на Rolls-Royce, у тебя радость от Rolls-Royce не превышает радости от Лады. Я бы даже сказал, пробовать меньше, потому что появляется вот эта гормональная нечувствительность. И ты, получается, начинаешь, я сам через это прошел, как наркоман, повышать ставки. Ставки в плане того, что машина, если машина, то Rolls-Royce, Maybach. Если летательный аппарат, то вертолет. То есть, причем вертолет, то самый лучший вертолет, который самый дорогой в мире. И не просто один, а целых три. Там, если отдыхать, то яхта огромная, плюс подводная лодка, плюс личный самолет и так далее. И все, и упираешься.